Всем привет! Наткнулась на один ролик, когда искала информацию по чулкам. Чего только поисковик не выдает. С чулочками уже разобрались в итоге. Ради интереса я посмотрела, мне понравилось. И я решила поделиться тем, что увидела. Сам ролик записан аж в 2016 году. Но я о подобной фиче узнала впервые. Ничего сложного в процессе использования глича на расцветку оружия нет. С помощью данного глича можно накладывать один цвет раскраски на другой, получая в итоге весьма интересные варианты. Их я покажу в видео. Конечный результат чем-то напоминает перламутр, который можно поставить на транспортное средство в любой автомастерской игры. Также отдаленно напоминает расцветку под металлик для оружия версии Mark II. Переходим непосредственно к самому выполнению. Заходим в ближайший оружейный магазин и выбираем оружие, на котором есть расцветка, или, проще говоря, скин, гравировка по металлу. Это особый карабин и тяжелый пулемет, на ваш выбор. Далее выбираем цвет раскраски, который вам нужно совместить. На выбор у вас три варианта. Это розовый, золотой и платиновый. Эти варианты дают эффект перламутра. Я для примера ставлю розовый на пулемет и следом ставлю гравировку по металлу и платину на карабин. На этом все. Закрываем меню оружия, и, как советовал автор, следует через меню сеть загрузиться в новую сессию. Я делала проще, запуская какое-нибудь задание знакомых, например, кровавый пирсинг. Прогрузилась в задание, открыла телефон и вышла из задания. Меня закинуло в новую сессию, и вуаля, желаемый результат получен. Теперь ваше оружие карабин или пулемет, в зависимости, что вы выбрали, приобрели интересный перелив, особенно заметный в лучах солнышка. В любой момент вы можете изменить цветовую гамму, проделав все по новой, как описано выше. Следует отметить, что другие расцветки, такие как армейский, зеленый, полицейский, оранжевый, несовместимы с гравировкой по оружию. Проверила за кадром. Данные расцветки, полученные с помощью глича, не пропадают при заходе в новые сессии. Все работает отлично. Пользуйтесь в свое удовольствие. Это просто охуенно.